универсальный бой. Это та же самая борьба, как самбо-дзюдо. Но для того, чтобы добраться до ковра, надо пройти полосу препятствий. 5 препятствий. Если ты их не осилил или не успел по времени за своим соперником, тебя не допускают до борьбы. То есть ты должен бегать, релизать, кувыркаться, кидать мяч. Потом это будет нож, пистолет, ну, по нарастающей. Он мне помогает, что я становлюсь сильнее и познаю много всего. Это первый со стороны. Если люди находят наше тяжелое время и деньги прилететь из Бурятии, Иркутска, Архангельска, то значит это интересно, это надо. Потому что следующий этап первенства мира, и скорее всего, он должен пройти здесь. Так как люди заинтересованы, предоставили все условия. Недорогая гостиница, пошли нам навстречу, новый зал.